Снова мы в The Last of Us. А, кстати, я хотел сказать по поводу концовки, вот, которую Горит скинул. Там. Типа, мне кажется, если бы Джоэл оставил Элли там помирать, меньше возможностей для развития вот на вторую часть было бы, поэтому не только на поводу комьюнити пошли, а пошли еще как бы и немного в своих интересах. Ну, типа, оставим их двоих в живых. Вдруг когда-нибудь решим делать вторую часть. Вот. А по поводу... Что там? По поводу даты выхода Last of Us? Ну, 2019-й. Мне кажется, в первой половине года выйдет, наверное. Числа этак. Точнее, в месяце. Наверное, там март. Февраль-март. Еще ж будут выбирать дату, чтобы никаких громких релизов, скорее всего, не было. Что-нибудь... Ну, когда меньше всего AAA проектов, чтобы продажи хорошие были. От маркетинговой компании еще зависит. Как там маркетологи решат. Игра, может, будет доделана уже к декабрю. Или там к ноябрю. Но будут подстраиваться под другие проекты. Так, а мы вернулись к нашим баранам. Вроде никого. Дорога. Это с этим? С Арагорном, которая дорога? Какие? Какого хрена? Мое. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Я тут поищу. Зайди сзади. Он был аутистом? Я смотрел этот фильм, ну давненько уже, но смотрел. И да, я помню, как он заканчивается. Ну мужик-то Арагорн был. Метро, Days Gone, еще какая-то. Фиг знает. Ну? Ничего, а у тебя? Тоже. Ищем дальше. Я забыл, обычный как магазин. Его зовут вообще в жизни. Я просто помню, что он Арагорна играл. Все. Так, а их же нельзя прям это... Ножом пырять, они же сразу шум поднимают, да? Да блин, серьезно, ты что вокруг за мной ходишь? Тройте есть жесткие концовки, да? Я думал, там кинцо, ну, такое, не сильно жесткое. Блин, ну надо виш-лист себе куда-то добавить, Детройт. Как подешевеет, прикупим, наверное. Простите, дяденька. Я не специально, но как-то так само получилось. Вига Мортенсен. О, точно, Вига. Знакомое имя. А вот Мортенсен я бы не вспомнил. Блин.
Она его грохнула! Ну, сорян! Это отвлекающий маневр был. Я специально так сделал. Куда он уперся? Простите, мистер! Держись. Я тебя спасу, Джоэл. Не тебя. Ребята хотят драки? Я им устрою драку. Вот так вот. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Прям нахрен. Я вот, когда смотрел ролик The Last of Us 2, который показывали на E3, подумал такой, блин, нифига, какую игру жестокую сделали. Я думал, здесь не так много жестокости в первой части. Но, черт побери, уже здесь прям вот оно началось. Просто вторая будет более технологичной, и поэтому она так выглядит более жестокой, кажется. Нет, X-Men Beaver, это был специальный план. Отвлекающий. Отвлечь стрелой, чтобы подбежать и зарезать. Я же не Мазилкин. Это все mind game. Если ты понимаешь, о чем я. Кто кого перемайндгеймит. Вот. Ну и куда? Пошли по следу. Вот засада. Опа, моя любимая. Люблю слушать диктофоны из джойстика. Из геймпада, простите. Тут как в морозилке. Я последний выживший член отряда. И мне суждено сдохнуть в вентиляционной шахте. Риган, а чего ты от меня ждал? Меня укусили. Все равно, в конце концов, она бы меня прикончила. Хоть я и не заразился. Она сказала, что не станет, но... По глазам я все понял. Иначе зачем она потянулась за пистолетом? Ой, она потянулась за пистолетом. Я же с ней просто разговаривал. Если бы она не врала, мне не пришлось бы ее бить. Она бы меня застрелила. Это точно. Тогда чего же она тебя раньше не убила, Элис? Так, не важно. Я ее застрелил и убежал. И от этих тварей отбился, так вот. Швы на моем обрубке разошлись. Я истекаю кровью. Рану зашить не могу. Одной рукой не могу. Узелок не затянуть. Риган. Как холодно. Я немножко передохну. Блин, жестко, конечно. Я думаю, что за эхо? Мы же в трубе сидим. Вот те эхо. Вы тут смотрели? Как же они достали. Ой, тут и зомби. Зараженные. Как ты сделал? Я их натравил друг на друга, кошмар! Не стыдно! Блин, ну, хоть... Хоть бы одного застрелили, ну, ёлки-моталки, ну...
Ядрите вы там вообще, рачелы. В плечко попал. Но как будто бы в голову даже. Так даже лучше. Сейчас, сейчас. Нет, не уходи. Стой на месте! Черт побери, он стоял на месте, я в него не попал. Все, у меня стрелы кончились. В движении, кстати, да. Кстати, да. Прикольно сделано. Так, я в него вроде одну стрелу стрельнул, а выпало три. Удобно. Удобно. Ред Барон, ты там мои снайперские достижения? Нарезку из снайперских достижений делаешь? Че, он один тут? Вроде один. Спасибо. Есть еще желающие? А? А? Нет. Вот и все. Хорошо. Бутылочку лучше возьму. Интересно, это я так стрелял, или это чья-то? Пригодится. Ну вот, придется обходить. Ну да, наверное. Я, если честно, уже заблудился в этом торговом центре. Как она вообще помнит, куда идти? Хотя все логично, она не я. Привет, отедала. Вот как обычно, вовремя просто. Так. Так. Чё, пойдем их лупасить всех? Я же супер снайпер. Блин, геймпад дрожит. Ой, или руки устали. Ну, так-то два щелкуна осталось. Ой. Тихо, тихо, тихо. Да... Спрячь бутылку. Ура! Видали как? Четко. В башкундель. Прям в шляпку. В грибу. Избавляемся от плохих грибов с 2008 года. Ну, ладно, лично я с 2011. А,
А, подождите, о игре 2013. Сожрите друг друга, уроды. Ой. Ой, нифига их там. Уроды, сожрите друг друга. Вас же попросили, по-хорошему. То сейчас помогать пойду. Доедать. Ой, их не видно, как будто бы сейчас. Сэр Тимоти Лири тоже любил избавляться от грибов. Плохих, хороших, добрых, злых, всяких. Кажется, что-то случилось с их другом. Мошка в глаз попала, наверное. Такое бывает в ветреную погоду. Они что, там так и будут стоять? Так, не, мне бутылка больше нравится. Кирпич это слишком жестоко. Ядрить стоят. Караулят, понимаешь. Что, может швырнуть ему вот этой штуковины? Она не достает до них. Ладно, не этой. А бутылкой достает? И бутылкой не достает. Ну, и что делать? Чё они там стоят? Я думал, они как-то должны сагриться и побежать там. Искать меня. В смысле, Элли. Вы куда? А, ну вот. Последний? Последний затих. Блин! А! А! Нет! Тихо! Так, вот и все. Только я за ним собрался сходить, а он сам спуститься решил. И патронов мне не оставил. Молодец такой, я не могу вообще. Красавчик. Ладно, побегаем тогда здесь, посмотрим. Какие-нибудь патроны. Кирпичи, бутылки. Запчасти. Наушники. О, кассу сейчас вскроем хотя бы. Два. Два мало. Дяденьки, больше нету у вас? Это мы пришли типа уже? Вроде да, да? Да? Туда, где книги, по-моему, да, были? А чё это они тут померли? Чума, наверное, какая-то. Вы смотрите в оба. Вдруг это. Они его убьют.
Кого его? Надо что-то делать. А кого? А, они замок пытаются вскрыть. Все, понял. Сейчас я их отвлеку. Открывайся! Черт! Блин, я только одного отвлек. Ой, меня кто-то увидел. Спасибо. Я теперь на все руки мастер. Я в себе никогда не сомневался. По крайней мере, на левую руку точно. Мне кажется, я выгляжу немного как какая-то маньячка. Ты просто с дымовой шашкой забежала, забила двоих и ушла в туман. Я тебя убью! А я тебя! Ой! Дядя, ну что, извращенец? Черт, вот же она! Где? Нет, тебе показалось! Тебе показалось! Одноклассница такая в школе была? Сочувствую. Или я должен тебе за тебя порадоваться? Скучаешь по ней? Ты вот сейчас мне про мастерицу на все руки или про то, что она бегала и пыряла всех ножом? Ее в итоге посадили. Просто из-за стрима, точнее задержки на стриме, немного непонятно было. Моя. Мне тоже верно, да. Опять вскрыть пытаться. Вскройте это! Второй смотрит на него. Интересно. Больше никого не вижу. Значит, можно слабо. Он там опять ковыряется. Я ему сейчас это... по голове заряжу. Не совсем голова, конечно. А вот так. Сойди. Джоэл, я иду. Сейчас. Секунду, быстренько пробегусь тут, может еще что найду. Может какие пиджак тебе новый вот подберем. Пришью к тебе пиджак, чтоб кровь не текла. Маленько подлечился. Oh.
принесу Джоэлу бутылочку. Или кирпичик. Не, лучше бутылочку. Держись, Джоэл. Сейчас. Она внизу, у двери. Черт, мы ее прижали. Поди я ее. Думал уже все. А твою мать. Уроды. Ладно, хотите драться? Подеремся. Блин, я не хочу драться. Ой. Они со всех сторон. Они окружают. Надо что-то делать. Отвлекающий маневр. Баночка Бондюэль. Тряпочка просто так. Тут же ходил дяденька. Что, наверху лез? Это я молодец. Это я молодец, конечно. Интересно, скажем так, придумал. Чего ты тут в углу забыл? Хитман за всю игру убил меньше народу, чем твоя 12-летняя девочка за последние 10 минут. Да. Здесь я прям соглашусь. Ой. О, нет! Чего ты прыгал? Чего ты прыгал, дядя? Скажи мне. Простите, я тут немного занят, вы не возражайте. Прикурить. Чуть себе не дал прикурить. Прикуривать или ядрить вас на него, вообще отец. Неожиданность! Неожиданность! Отстань! Нет! Иди отсюда! Жух, жух! Я Человек-паук! Получил! Получил! Спасибо! Ладно, я передумал. Я передумал. Я не хочу умирать! Ребята, вы чё тут? Еще здесь. Иди вон туда. Топают? Ну вот, я не слышал, где топ. Эй, кто это? А, вон он откуда. Не видел. Ищем дальше. Вы сами виноваты. Чё, один только остался? Тут еще кто-то рядышком был вроде. Так и делаю. Каждый раз. А, во. Твою мать кают. Блин, я из-за этого кустика не вижу. Веток-то пуси. Да все уже.
Блин, мне вот, меня тут сейфпоинт не очень удачный получился по итогу. Смотрюсь. Иди вниз. Сейчас меня спалят сразу. Вон, перец кого-то толкнул. Вообще позиция неудобная. Мне надо как-то, может быть, наверх, что ли, выбраться, что. Она где-то. Так. Я пойду здесь. А ну, посмотри, что там. Зараза! У меня крайне жестокая Элли получается. Больше нет, у меня зараженные! А чё они ползают? Они откуда били? А-а-а, это зомбаки появились. Серьезно? Блин, ну пусть они зомбаков расстреливают, наверное. Ёперный театр. Что вы тут за апокалипсис устроили? Можно я к Джоэлу просто аккуратненько залезу и все? Никто ведь не против? Ой. Чувак, иди по зомбакам постреляй, а? Ну, ей-богу, я тебе зачем вот сдался сейчас? Я предупреждал. С зомбаками у тебя было больше шансов. Если ты понимаешь, о чем я. Наверх залез. Чего он наверх-то залез? А у меня вообще пусто. Ну спустись оттуда, дурачок. Спускайся. Вот я же начну к нему сейчас залазить, он меня спалит, правильно? Он плачет. Пойду пожалею. Ты плачешь, что не можешь спуститься? Я помогу тебе. Спускайся. Я что, ружье не подобрал?
Так, ну давай, Элли. Элли, давай. Четко в голову. Почти. В смысле, почти сразу. Если кто еще остался, не лезьте ко мне. Да, у меня бутылка. Я вас так же хлопаю, усекли? Да? Сволочи. Да. Все, пойдем. Не умирай, Джоэл. Джоэл, сейчас зашьем. Не переживай. Все наладится. Я видел будущее. Мы выживем. А теперь мы видим прошлое. Сюда. Элли! А как же наши рюкзаки? Да насрать на них! Ну, вообще, да, как. Черт! Я нашел! Все, беги! Нам бы, конечно, закрыть эту фигню, нет? Уходим! Куда? Ты говори, куда! Сюда. Тише ты меня прострелишь! Подожди. Элли, успеваешь? Да. Я за тобой, не еле успеваю. Стрельни мне в голову! Ну, какие у него глаза некрасивые. Я не расист, просто мне не нравится. Отойди! Нет, ее сейчас укусят. Ах ты, мразь! Ух ты. Все, быстро. Давай наверх. Видишь леса? Выберемся по ним. Окей. Скрип колеса. Зараженные. И сзади тоже бегут сюда. Бегом, бегом, бегом. Они нас догоняют. Вижу леса. Черт, сюда. Куда? Ну, ладно. Думаешь, они не умеют прыгать? Кстати, было бы неплохо. Я в порядке, не беги. Там тоже проблема. Здоровый фар... Вон там окно открыто! Бежим! Почти выбрались! Давай, 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 давай! Кстати, уже рассвет. Мы что, всю ночь гуляли? Ну, в общем, я думаю, мы победили. Вылезай, я помогу! Ой, ой! Нужно... Ему по глазу. Ничего себе, ты жесткая. Райли! Райли, нет! Подохла вроде. Укусили. Элли. Элли, рука. Ну, Элли-то ладно, мы знаем. Нет. Но ей, конечно, сейчас очень нет, нет, нет. Плохо. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Ну давай. Типа. Типа. Руки дрожат. Так, спокойно. Тихо. Чёрт! 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 Ты тут еще не все раздолбала.
Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый. Покончить со всем этим. Быстро, без боли. Мне этот вариант не особо. Второй. Бороться. Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари. Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся за каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю. Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. А третий вариант? Прости. Вставай. Пойдем отсюда. Хотя бы не показали, как умирает негритяночка и как или ну ее застреливает. Там, я думаю, сцена должна была получиться та еще. Они не умерли. Там было 2003-2013. Пересмотри потом, вот. Когда он выйдет на Ютубе. Клевое, конечно, дополнение такое, немного раскрывает прошлое, но я на самом деле ожидал, что больше будет как-то историю побольше раскроет, что ли, я не знаю. Немножко разочарован.
ну да. Ну, по сути, да, они не вернулись, потому что если бы они вернулись, или их вообще кто-нибудь бы увидел, если бы их вообще кто-нибудь бы увидел, в них бы сразу пулю всадили. А так они пошли, видимо, да, до цикад, получается. Или после того, как Элли избавилась все-таки от подруги, ну, подруга все там превратилась в гриба. Элли, наверное, пошла вот к цикадам. Типа сказать, что все, девочки нету. Джоэлу сказала, типа, на моих глазах умерла, вот, типа, подруга, потом еще кто-то. Тайлер или, типа, того кто-то там. Мне кажется, она сама это прошла. Прошла через это сама. Вот так. Все равно какая-то недосказанность, что ли. Теперь понятно, почему она хотела, когда они в машине ехали, магнитофон послушать. И почему шутки рассказывала. Грустная, конечно, игра. Ну, теперь я присоединюсь к тем людям, которые ждут вторую часть. Тоже буду ходить и смотреть, когда же там дата релиза. А могут, да, во второй части, кстати, ты прав, Аксмен Бивер, также сделать, типа, ну, полноценная вторая часть, а там предыстория, вот это вот дорассказ, как они добирались, полумертвые, точнее, не полумертвые, ну, подруга полумертвая. У Элли-то что, просто ранка затянулась, да и все. Эх, хорошая игра. Так, как ее закрыть, конечно. Серьезно? Мне сейчас интересно стало. 7% выполнено только. Теперь пройди, присоединись.
обратимся к людям, которые очень ждут симулятор. Ну, симулятор почтальона я в любом случае жду. Ты что, это же код... Каджумба гений, все дела, вот это вот. Да. Это я безо всякого прохождения жду. Блин, что я могу вам сказать? На сегодня все, наверное. Наверное, на сегодня все. Я проходил! Честное слово! Там просто сетевой режим, там все это. Не до полученной ачивки. Так, ладненько, запись я останавливаю.